привет. Здрасте, девочки, мальчики. Здрасте, здрасте. А мы в коньяке. Ой, смотрите, какие водки. Вот. Водки, водки. Зажаная, вот смотрите. Ай, ай, ай. Покупай, жали. Ой, мама, он, как вы думаете, такая очень дорогая. Выпьешь и будешь бухой. Дервень. Сколько водки? Видите, друзья. И беленькая, и белочка. И джинчики. Боже. Ой, это пиво. Мы же не пьем, мы же не бухаем. Ну что делать? Ай, ай, ай. Ай. Здрасте, мадрасте. Господи. Ай. Вот такая. Здрасте, здрасте. Шардоне, семью. Привет, Лия. Лия, здрасте. Здрасте. Алкоголик. Дома солнце. Вина Крыма. Можно вот такую бутылочку купить. Ой, да я ж не знаю. Я ж не бухаю. Мне ж не... Если я нюхну, а все, а все. Ой, Онеги. Я недорогое, я недорогое, недорогое. Финиш Онегин. Денег нету. А мой Джим Бим. Смотрите, сколько стоит. Такая, со стаканом. Вина, да. Ой. Нам коньяк надо. Как твоя кошечка? Хорошо ли? Ой, вот такой вот. Девочки, стоило бы оно мало, а то оно стоит дорого. Мне только моя подруга пьет хорошо. Армянский есть, вот смотрите. Такой армянский. Я просто вам цены показываю. Девочки, вот такая вот нужно купить. Но у меня не как раз пенсия, блин. Я не... Вот такую я пил. Вот такую хорошую. Коньяк, конина. Кенинсберг, друзья мои. Армянский вот такой. Кутаиси вот такой. Тоже Кутаиси, Кутаиси, Кутаиси. Грузия. А, вот смотри. Грузия, он такая. Минус скидка, выдержка. Кизляк есть. Девочки, мальчики. Ой. Такая вот. Арарат. Стоит он сколько? А вы какую хотите купить? Ну такую можно купить. Как думаешь? Вот этот вот Дербент тоже хороший. Наш российский. Лезгинка. Вот поэтому. Кэшбэк. Айвазовский. Вот армянский коньяк.
Тоже хороший. Дербинская крепость. О, смотрите, бренди. Как вы думаете? Нахер, нахер. 40 градусов. Куда мне пить? Вы чё? Ой, я вам чай только. Я с чай, короче, с чаем разведу. Смотри, какая красивая. Царская. Ой, господи. Чё, 700 таких? Бутылок, лёг, купишь? Можно, конечно, вот такой купить. Мускат. Тоже хороший, кстати. Забыла. Как одна говорила, купи и все, бланка. Вот это тоже хороший. Гранатовый. Гранатовый тоже хороший. Не на привет. Лучше чай. Нафиг надо это спиртное. Точно. Это вот смотри. А я вообще-то, знаете, люблю что? Что я люблю? Я люблю вот это пить. Вот такой вот, девочки. Я вот такое люблю пить. С Андрею. Знаете, такая классная вот эта вот. Я бы купил. Ну, вы понимаете, 160 рублей. А вдруг я это сдохну? Кто будет отвечать? У меня сестра говорит, это, как говорит Света. Ой, смотри, вот это тоже вот. Ёлки-палки, это 9 градусов. Вот такую я покупал, очень вкусную, с Андреем. Кагор, кагор есть, господи, кагор святой. Кагор святой горы Афон. Это, мы же все прекрасно понимаем, какой он кагор. Это он такой у нас Ашан, девочки. Я так вам показать. Я не буду покупать, не. Это если бухать, я ж не бляха-муха, я ж не спон, блядь. Правда? Совсем что ли? Чуканувшись, да? Мы ж не бухальщики какие-то. Просто посмотреть, поглазеть. Вот. Скрипка. Куркуду. Рикер. Челику ореховую стоит. Вот она вот такая вот. Вот это мне нравится, ребят. Вот такая вот классная. Тоже вот. Белозерка. Псих-псих, здрасте. Псих-псих. Ты тут? Ты какой пьешь? А? Моцарт пьешь, да? Ой, самый дорогой, да? Вот я вчера был. Вот это вот тоже хороший стал. Санто-Стефано. Дима, что я тебе скажу, Дима, твой папа такой, вот что ты нам писал, ты, то есть у тебя отец такой. Вот
Вот такой люблю. Блейзер. Ой, блейзер. Так что, Дим, ты платно попиши, хорошо? Усёк, Дима? Может, твоя мать такая, не знаю. Наверное, скорее всего, мать вовремя аборт не сделала. Правильно? Или отец неправильный гондон купил? Правильно? Так что сиди лучше. И молчи. За деньги. Вот это вот. Я вот такую вот тоже люблю. Вот такая вкусняшка. Испанью. Вот и забыла, можно. Так что в следующий раз, кто хочет написать мне,